Торговый дом «Наследники Кушнарева» был основан в 1903 году наследниками Кушнарева, его сыном Петром, дочерью Агриппиной и вдовой Екатериной. Главная контора торгового дома находилась в Якутске, а во всех крупных населенных пунктах Якутской области, а также в Киренске, находились филиалы и торговые точки. Торговый дом производил оптовую, розничную и ярмарочную торговлю мануфактурой, галантерейными, скобяными, бакалейными и другими товарами. В дореволюционные годы торговый оборот фирмы, без учета операций по сбыту пушнины, составлял 3-4 миллиона рублей в год. Петр Кушнарев за заслуги в строительстве электростанции, здания музея, библиотеки и снабжения края был удостоен звания почетного гражданина Якутска. В советский период здания находились НКВД, Госбанк, Якутский филиал Академии наук страны.